Для меня утро в Петербурге – это с некоторых пор довольно напряженная зарядка. Ну и потом уже долгие годы холодный душ продолжительный. Вот без этого трудно. Всем рекомендую. Если встал не с той ноги, я про себя, надо это трудно осознать и сказать себе: «Мишка, Танька, Васька, Петька, не гневи Бога». Ноги ходят, руки двигаются, уши слышат, глаза видят. Ничего больше не надо. Ну и все, дай Бог, живы, здоровы, близкие твои. Вот другого рецепта нет.